одном из прошлых своих видео я рассказывала вам о четырех фортах в проливе Соланд. Показывала подробно об этом. И как они построились, тоже рассказывала. Так вот, некоторые мои зрители вспомнили в связи с этим также еще один форт, который, пожалуй, более известен. Это форт Боярд. Форт Боярд – это французский форт, который построил Наполеон, уже желая обороняться от англичан. И этот форт был построен раньше. Строительство его начал еще Людовик XIV, потом оно было заморожено. И только в 1800 году Наполеон решил возвести этот форт. Форт несколько раз больше, чем на 1,5 метра, погружался в воду. В 1848 году этот форт уже был построен. То есть намного раньше, чем английские форты. Так вот, форт Боярд вы знаете, наверное, по игре. Очень долго шла по всем телевизионным каналам игра в форте Боярд. Довольно интересная. Но мало кто знает, возможно, что еще форт Боярд связан с великолепным французским фильмом «Искатели приключений». Фильм старый, 1967 года, Италия, Франция, в котором снимались великолепные актеры, красавец Ален Делон, Лина Вентура и также Джоанна Шимкус, тоже красивейшая актриса. Этот фильм, конечно, наверное, стоит посмотреть. И несмотря на то, что фильм был снят давно, когда я его смотрела в 1975 году, мне было всего 20 лет, но этот фильм меня просто потряс. И вы знаете, он, наверное, даже изменил в чем-то мою жизнь. Ну вот, все эти авантюры, искать приключения, это именно, наверное, в связи с этим фильмом. Поэтому те, кто не смотрел, вот маленькая моя такая реплика для вас, потому что о форте Боярд вы, конечно, можете найти и почитать всю информацию, а вот фильм стоит того, чтобы на нем остановить мое внимание и предложить его вам к просмотру. Как обычно, я дам ссылочку на этот фильм, кто хочет посмотреть. Желаю вам приятного просмотра, желаю вам всего наилучшего. Увидимся вскоре. Пока-пока!